Всем здравствуйте. Машина Toyota Avensis 2007 года. Двигатель 1АЗ FSE, 2 литра, в прямой впрыск. Мы сами из Екатеринбурга. Зимы у нас холодные. И хотелось бы всегда хорошего масла. Раньше лил Лукойл Genesis. На нем был угар. Перешли на масло Verity. Лью его уже третий раз. В принципе, зимой оно себя показало хорошо. Этой зимой у нас было минус 40. Двигатель запускался. Масло, в принципе, было в нормальном состоянии, не замерзло. Что хочу сказать про бренд. Бренд достойный. Буду дальше пользоваться этим маслом.